Вы видите, друзья, фронт-ярд нашей дачи, ну, домика. Вот это наш домик в Санта-Крус. Мы его так условно называем дачей. По назначению, по использованию дачи, а так нормальный домик. Так вот, видите, вот, смотрите, что творится. Вот эти вот гоферы, они тут копают со всех сторон. Видите, как безобразие всякие учиняют. Поэтому мы сейчас будем производить некоторую работу. Работа состоит в том, что тут все переложат, старую траву сберут вместе с грунтом, потом, значит, положат сеточку от гоферов. Да. Вот она, видите? Вот эта сеточка. Значит, они сначала занимаются бэк-ярдом. Вот вы видите на бэк-ярде вот этот. Ну, не хочу туда по грязи топать, но вот так. Вот на бэк-ярде они уже все содрали. И начнут сейчас класть сеточку, потом на сеточку там не просто так, там еще кое-что. Вот. Ну, в общем, увидите. Мы вам будем показывать потихонечку. Но вот пока вот так. Я все-таки пробрался на бэк-ярд. Но вот кустики. Тут некоторые надо подпитать. Там, видите, они не очень там принялись. Но это мы так со временем все это. Значит, там будет сделано, доделано. Но вот пока вот так. Лимончик наш. Тут расцветет, запахнет и будет плодоносить. И вы видите здесь вот рулон материала, который будет использоваться там. Я говорил вам, там не только сеточка, там еще кое-чего.